В эти дни на местах подводят итоги выборов в объединенных территориальных громадах. Они прошли, напомню, 30 апреля. И по результатам голосования партия «Оппозиционный блок» заняла второе место по стране. Итоги выборов прокомментировал зам главы парламентской фракции Сергей Левочкин интернет-изданию «Таймер». Он заявил, результатами выборов доволен и уверен, цитирую, «партия пользуется широкой поддержкой среди населения, но известно, что многие честные люди загоняются в наш край и другие фейковые партии незаконным давлением местных администраций и путем запугивания со стороны власти». Конец цитаты.